Озеленение города, освещение улиц, порядок содержания и эксплуатации жилых домов и некапитальных торговых объектов. Новое требование по внешнему виду города и по содержанию. Основное требование к исправности техники городского котельного оборудования, авто и мототранспорта. В составе муниципального образования города Куратаната изменились требования к содержанию и структуре этого нормативного правового акта. Существующие правила разработаны в соответствии с СанПин, санитарные правила содержания территории населенных мест от 5 августа 1988 года и содержит следующие разделы: санитарный режим содержания территории, содержание собак и кошек, требования по охране открытых водоемов и воздушного бассейна, предупреждение шума на территории муниципального образования. Новые правила будут регулировать использование и охрану открытых водоемов, работу и своевременную очистку ливневок и канализаций. Предусмотрены новые запреты на сброс в воду отходов и загрязняющих веществ. В скором времени запретят мыть автомобили во дворах многоквартирных домов и на берегу водоемов. Самостоятельно сносить зеленые насаждения, портить муниципальное имущество, скамейки и урны, установленные на городских улицах, в парках и скверах. Ничего нового и сверхъестественного, но не все анапчане и гости курорта придерживаются общих правил культурного поведения. За такие нарушения предусмотрели штрафы и административную ответственность. Установленный срок подачи заявок и регистрации предложений в организационный комитет поступила всего одна заявка. С предложением о 25 поправках в новых правилах выступила депутат Совета, председатель Совета молодых депутатов Светлана Хижняк. Уточняющие формулировки по 23 пунктам приняли. В ходе проведенного анализа было установлено, что представленные на рассмотрение правила соответствуют методическим рекомендациям, утвержденным Министерством регионального развития Российской Федерации 27 декабря 2011 года, которые предписывают органам местного самоуправления разработать правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа. Итог публичных слушаний вынесли после обсуждения. Изменения в новый нормативно-правовой акт внесут. Проект об утверждении правил вынесут на сессию. Заключение публичных слушаний опубликуют в СМИ. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.